официальном открытии музыкального фестиваля «Золотой шлягер 2015». Буквально через пару минут на эту площадку перед Дворцом культуры области приедут на ретро-автомобилях наши звезды и пройдут обязательно по этой красной ковровой дорожке, которая находится позади меня. И мы обязательно встретим их бурными аплодисментами вместе с могилевчанами. Открывает ретро-парад автомобилей вот эта прекрасная ласточка ГАЗ-24 «Волга» 84 года выпуска. Какие-то особые комфортные условия у вас созданы? Нет, кондиционера нет, могу форточку открыть. А музыка, может быть, радио? Музыка есть. Музыка есть. Ну, если джазовым артистам понравится только такая музыка. А какая у вас будет звучать музыка? Ну, так, хардкор. Отлично, хардкор. Будете открывать наш парад автомобильный. Почетно и ответственно. Вам комфортно в этом автомобиле? Очень. Да. Так, да, я говорю, Юр, смотри. Смотри, сухое место. Диван. Я пытаюсь до шлягера дотянуться, у меня не получается. Ну так, если с большой натяжкой. Нет, очень здорово, очень красиво. Дорогие друзья, встречайте ведущие международного фестиваля «Золотой шлягер 2015». Приехали, кстати, из Хотимской, самой восточной точки Белоруссии. Ехали хоть и долго, но с удовольствием, поверьте, да. Ради «Золотого шлягера», ради самого «Золотого Хотимска». «Золотого шлягера», да. Каких артистов больше всего ожидаете увидеть? Ну, во-первых, хотелось бы из категории ретро. Это Тиханович, Поплавская, наша любимая. Как говорится, от нас море эмоций, позитива какого-то. И вообще, вот, как говорится, почувствовать ту нашу молодость, которую когда-то все это были песни нашей молодости. Поэтому мы хотим их увидеть, услышать. Опять от меня сбежала последняя электричка. И я опять по шпалам иду домой по привычке, а пара-пара-пара-пара. И далее по тексту. Вместе. А может быть и 300.